Равная игра, в принципе, и по моментам тоже примерно равная. Преимущество приходит только от одной команды к другой. Кто начинает активнее играть, кто начинает быстрее двигаться, у того и перевес появляется. Марк. Мне кажется, в зависимости от того, чье звено играет. Вот сейчас первое звено у уфимцев, оно и забрасывает. Ну что, неплохо разыграли. Неудачный был отскок для Белялова. И 1-0 впереди Салават Юлаев. Манинин входил в зону с шайбой, делал передачу на Умрака, причем Линус сразу шайбу не обработал, и он ее метнул на пятачок от борта. И вот обратите внимание, Манинин так обратной передачи вот к этой уже был не готов. Оп, и ногу просто выставляет вперед. Но это ведь позволяет уфимцам эту шайбу сохранить, получает ее Ларсен, передачу на дальнюю, и уже Манинин замыкает. Интересно, Ларсен прям так прямо отдавал? Но если отдавал, то, конечно, это круто.